Больше туризма. Сделать Запорожье одним из туристических центров Украины планируют в муниципалитете. В городе начали разработку стратегии развития этого направления. Планы грандиозные – сделать Запорожье одним из турцентров Украины. Перспективы и возможности для этого есть. Теперь решили придумать еще и новые турмаршруты и объекты. В основе нашей программы все-таки лежал экономический аспект, то есть развитие туризма для того, чтобы привлечь инвестиции в город Запорожье, для того, чтобы привлечь средства в бизнес города Запорожья. Ну, наверное, мы выйдем в понимание того, что наша программа, скорее всего, должна очень быть тесно интегрирована в соответствующую программу и Запорожской области. В планах развития индустриального туризма уделить больше внимания водным экскурсиям, в том числе и в плавневую зону, и мощно раскрутить подводные памятники. Последние в прошлом году подняли со дна казацкую чайку, однодеревку, возрастом более 500 лет. Новые маршруты развивать нужно, несомненно, отмечают и в заповеднике Хортица, ведь там с наплывом уже не справляются. Но мы по Хортице в прошлом и в этом году уже ощутили практически предел наполняемости. Что имеется в виду? Допустим, музей и Запорожская Січ уже не в состоянии выдержать этого потока. То есть потребность есть, а мы удовлетворим, допустим, музей, и идут группы без разрыва. То есть ни экскурсоводы технически уже не в состоянии проводить такие экскурсии, ни люди уже не воспринимают эту информацию. Главной задачей в разработке стратегии развития туризма, по словам Александра Сина, станет синхронизация работы туроператоров, учреждений культуры, гостиниц и транспорта.